Сейчас надо ножичек одеть. Вот такая штучка. Очень удобно. Легко и просто. Годами испытанная вещь. И вот здесь у тебя ножичек. Ничего не мешает и всегда под рукой. Никогда не потеряешь, ничего не произойдет. А если носить на поясе, постоянно мешается, можно выронить и потерять. А здесь все как положено. Вот спецназа у них в жилетах, а у меня как у старого охотника, под рукой. Раз, и все готово. Вот так. Уважаемые друзья рыбаки, всем здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня 14 ноября, и мы приехали открывать первый лед. Первый лед и совсем незнакомый водоем. Как раз идет только восход, солнышко еще не встало. Да, забрались за перевал. Здесь зима, кошмар какой-то. Сантиметров 15 снега уже. Так что сейчас будем рыбачить. Слушай, ну 100 грамм, даже больше. Да, 100 граммовик точно есть. 100-110 точно. Покажи, повыше подними. Повыше, повыше. Сейчас. Лицо не вижу. Во. Я тебя поздравляю. Первая рыбка сезона. С удачным открытием сезона. Сейчас мы его посадим, чтобы он не замерз. Какой красавчик. Класс. Пока лунки бурил. Вот такое чудо, пап, еще крупнее. Этот еще крупнее, слушай. Да, еще крупнее. Еще крупнее. Ведерко. Скользнулось. Ой-ой-ой-ой-ой. Папа, две рыбки поймал, я аж прям, уже душа прям поет и радуется. Уже, считай, рыбалка состоялась, уже открытие сезона прошло. Сейчас удочку достану и начну рыбачить. Вот. Первый окунет попал более-менее. Еще один. Тут и лучше. Прошло приблизительно полдня, мы разбрелись по водоему, и ситуация вырисовывается следующая. Если ты пробурил лунку и рыбка под лункой есть, то ты ее поймал. Причем рыбка ходит вообще по-разному. Бывают стайки по несколько штук, то есть по 5-6 рыбок. Бывает по одной.
Ну, в общем, кому больше повезло, тот и поймал. Отец вот в данный момент поймал несколько хороших рыбок. У него прям в ведерке плавают такие зачетные окуни. Вот, а у меня сейчас получилось поймать, ну, совсем немного рыбы. Маленькие окуньки, пара ершей и вот три окушка, которых я положил в ведро. Рыбалка идет на удачу. То есть, если тебе повезло и ты пробурился над головой у рыбы, то ты ее поймал. В принципе, большой разницы нету, какая мормышка. То есть, практически на любую клюет. Отец сейчас ловит на ядреный глаз, я сейчас ловлю на гвоздик с латунным шариком. Клюет и на то. Клея попал. Ух ты, вот это была поклевка. Отец поймал интересную рыбешку какую-то. Сейчас пойдем посмотрим. О, местный хищник. Тихо. По щучьему велению, по моему хотению. Лови, сруба. Крупная, крупнее и еще крупнее. Поняла? Передай. Все, отпускаем тебя. Беги. Вот так. Ну что, поймал окуней-то? Да, маленько поймал. Такие с ладошку окуньки, покрупнее даже есть. Сейчас пойду посмотрю. Давай, вместе пойдем. Пошли. Ну, хороший окуня. Некоторые это прям зачетные. Некоторые, да. Ага. Шабалка 110. Да. Пойдет. Ну, у меня поскромнее улов. Но мне не так сильно везет сегодня. Перемешку, да? Нет, это вот перемешку попал. Оп. Шестой уже. Ну да, у тебя тут повеселее дела обстоят. Нет, я сначала растряс лунку. А, да? Да. Приманил? Ну, видимо, да. Подошли вот. Не было сначала, хотел уходить уже. Угу. Все. Все, нету. Стайка кончилась. 6 штук было. Как вы можете заметить, рыбачу я сегодня на такую интересную удочку. Сделанная она из углеволокна. Очень легкая. Поклевочки вот, которые были, прям чуть ли не в руку передаются через перчатку. Очень звонкий удильник такой. Деликатный, приятный. Не могу сказать, что я к нему прям привык. Вот надо с этим удильником порыбачить как следует. Но первое впечатление достаточно хорошее. Вот он.
Лёг. Все-таки я его растряс. Пузатенького какого. Прикупил себе специально под этот сезон шабалку вот такую вот, пластиковую. Повелся на то, что вроде как спортсмены хвалят эти пластиковые шабалы. Но в конечном итоге шабала оказалась не очень, мягко говоря. Она у меня сломалась в самом начале рыбалки. Вот. Здесь вот разлетелось вот это крепление. Ну и осталось дорыбачить эту рыбалку с этой шабалой и до свидания в мусорку. Ой-ой-ой, вот убежал, блин, хороший окунь был, грамм на 300, наверное, елки-палки, из-под самой лунки ушел, а, о, паразит. Хотел еще сказать вам пару слов о ящике, тоже ящик вот приобрел себе на сезон, точнее, на первый лед. Ящик из пенопласта, легенький, ну вот если в майну нырнешь, то, как бы, больше шансов, что на плаву останешься. Обычный ящик простой. Пенопласта какого-то обрезиненного. Вот такой вот. Тут вот перегородочка есть. Вот она отдельно у меня. Ну, все влезло. Мормышки, удочки там. Всякое барахло. Сумки там, отцепы и так далее. Такой ящик простой. Солновский. Еще один. О, еще один. Ух ты, зачетный кабан. Еще один. Ух ты, пойдет, пойдет. О, еще один. Вот это я лифтанул.
мелкий. О, вот тут, тут, тут. Блин, крайняя лунка, смотри, как выстреливает. Вообще, ух, какие зачет. Но такого, как вот сошел, не было. Вот она где рыба-то, да? Ну, подошла, ага. Поначалу нифига, нифига, растряс. Ты как, давай понужать. Прям сверху клюет. Первого поймал, опускаю мормышку. Это уже сидит. Ну, не уже сидит, а сверху вниз трясу. Они же поднимаются, когда вытаскиваешь одного. И все, и это сразу же клюет. Вот буквально 2 минуты наколбасил. Чуть-чуть. Фу, прям аж полегчало. Полегчало, душа запела, но. Ух, есть. Бежал, блин, хороший был. Проид. Сошел. Плохо, когда сходит. Сошел, блин, потом клев плохой. Или вообще прекращается. Иди сюда. Красавчики. Хунька. Полосатики. Полосатики. Так, мелких. В лунку. Надо зря ведро все же было. Зафоткали. Все. Все. У меня осталось. Все уплыли. Все свинтили. Зачем нужен костюм нормальный? Не какой-то финдибумер, а обычный, боевой. Для того, чтобы вот надо, взял он рукой, вот так вот взял. И вытер все, ладно, чтобы хорошо. Чтобы хорошо катились. Намерзло налить. Все. Сейчас покатят. А был бы какой-нибудь там серый, белый. Сплошная грязь бы осталась. Так, вылил тарелку супа и дальше пошел. Все. Пора до дома. Открытие сезона ледовой рыбалки состоялось. Я прям упирался до последнего, и вот буквально в самых вот лунках последних, которые я просверлил на этой рыбалке, мне все-таки улыбнулась удача, и я смог найти своих полосатых. Вот. Но у папы сегодня дела обстояли немного получше, чем у меня. 2 щуки! Вот такого размера, правда. Да. Зато две. Вот. Ну и с окуньками у папы, конечно, дела обстояли получше. И самого крупного ты сегодня все-таки поймал. Ну а ты самого крупного не поймал. Самого крупного я не поймал. Жалко, прям в лунке убежал хороший окуняк, но ничего не поделаешь. Это на развод мы его ставили. Да. Лица, как вы можете заметить, у нас немного подрумянились. Морозец сегодня поддавливает в районе где-то градусов 14. Ветерок северный. Да. С непривычки достаточно холодновато. Не похоже на осень. Не похоже на осень, да. Желаем вам всем удачного открытия первого льда. Ни хвоста, ни чешуи. Берегите себя. А мы поехали домой. Доброго здоровья.
Всем пока. Пока.